когда ты там ты проблему вот это такого характера решаешь, помогаешь людям, то тут, ну, я жену с собой брал, когда вот у меня там был клиент в Кирове, там в парке, я просто, ну, один раз взял ее, я говорю, иди посмотри. Она когда вышла, и стоит чувак, блядь, два раза красивее меня, такой накачанный весь. Такое возможно, Юра? Да. Я этот самый, жене очки там розовые надел. Короче, она видела, когда там стоит этот парень, его там все колбасит, трясет, и, блядь, я там ему, ну, даю как бы задание, там, подойди, там, тёлке, сделай это, сделай это, она, блядь, ну, понимает, что там, ну. Ну, тебя просто жена с пониманием отнеслась, как плюс ты за это ну, деньги какие-то. Честно скажу тебе, что я вообще когда-то там, ну, Володе там предрекал, как бы, ну, одинокую, блядь, старость и все такое, потому что, говорю, ты, я, честно говоря, сам не верил просто. И, наверное, бы, если бы у меня не случилось, вот так, как случилось, да, в своей жизни, я бы, наверное... Денечка, а можешь поснимать на моем месте, а я туда себя кое-что скажу еще? Да, говори. Я бы до сих пор, наверное, не верил, потому что я прям ему говорил, что, я говорю, Володя, с такой жизнью, с такой... С таким, ну, то есть я видел как бы только картинку, все, что происходит на, грубо говоря, там, да, на экране, там, ну, то есть, а как это все в жизни, как это в группах вот идет там проработка какая-то, ну, это совсем все по-другому выглядит. Когда у меня жена увидела, что я действительно занимаюсь там с клиентом и там, допустим, там, покричал на него, да, блядь, сколько можно, там, бери свою, там, блядь, как там, жопу в руки, руки, ну, руки в ноги, короче, и там делай, потому что, ну, блядь, тебе уже там, ну, блядь, 30 с лишним лет, у тебя ни семьи, говорю, нихуя нету, ты там всю жизнь проебывался, и, ну, она видит, что тут вопрос не в том, что ему надо там чисто поебаться, ему надо семью свою строить. И вот... Ну, как бы ты с первого тоже никуда. Да, ну, как бы, что тренинг-то у нас не то, чтобы просто там снимать тёлочек, а для того, чтобы помочь вам в жизни-то. Потому что мы все там в свое время оказались тоже тут не просто так, а с какими-то проблемами зашли. Я тоже приехал сюда в 33 года, блядь, и у меня просто... Ну, у меня не шла жизнь так, как я хотел, так как я видел, как она уйдет успешно. Тут вопрос-то в другом. Короче, здоровые люди сюда не как ты тренинг совмещаешь с Женевой, а как ты пикап совмещаешь? Ну, другой вопрос, что здоровых людей я не слышал. Я обо всем говорю, что у нас, ну, как бы, вроде как пикап, тренинг, но он просто... намного больше, да, там. Ну, чем Юра, чем поебаться, да, то есть, ребят, но это как бы вещи, которые неизменны, да, то есть вы хотите, не знаю, там, сесть в автомобиль и куда-то поехать, да, то есть вам как минимум нужно, не знаю, там, его завести, допустим, да, вот завести это и есть вот этот там секс и так далее, но перебор какой-то, то есть кому-то надо действительно наперебираться, кому-то еще что-то, то есть кто-то там прям даже в тренинге, может, себе кого-то уже находит. Но, то есть, как бы, без поебаться, без вот какого-то даже куража в какой-то, у кого-то это будет меньше, у кого-то больше, это как, не знаю, вы на рыбалку без удочки пошли, то есть, ну, идите рыбачить. И я что-то, я про Коляна из Тольятти хотел сказать, что он тоже, у него девка такая понимающая, хорошая. Прикол в том, что вот он при своей девушке подошел к другой, и она, короче, он говорит, после этого даже вот просто на тот повод, из-за которого мы, говорит, периодически не подсирались, не она знаю, перестала это. Вообще больше реагировать, то есть она стала как будто, говорит, это, ну, больше ценить, что понимать, что, ну, чувак-то, если что, сейчас реально... Да ладно, за... Или они что-то прикалывались, она говорит, да какой там пикап, что-то, типа, все фигня, просто ты мне сразу понравился, поэтому я, типа, с тобой там согласилась, ну, там, встретиться, когда ты ко мне подошел. А так, типа, ты любую не склеишь, или что-то такое было. И он пошел, там какую-то прям, она говорит, вот эту, типа, окей, пошел, склеил телку вот эту. Она говорит, там вообще так смотрела, типа, блядь, которую за руки берет, говорит, там я под такого говорю, блядь. Ну и в итоге, говорит, она прям перестала с ним из-за каких-то мелочей сраться, то есть больше стала ценить, больше стала понимать, ну, наверное, что, типа, да, чувак-то мне нравится, и как бы у него есть такой навык. А какой канал-то, Колян? Этот. Домик в деревне. А что снимаешь? Про домик? Как мы живем, да, там, как мы переехали с города. В общем, это Колян. Вот. Колян мой дружбан, у нас есть традиция, мы с ним... Только не в баню под Новый год. Мы с ним ходим летом пару раз, ну дай бог, в этом году. Колян, оно только еще не началось даже лето. Мы решили пораньше открыть. Да, мы решили сгонять на Волгу. Смотрите, какая красота. Вообще прям тишина. Тут, в общем, костерок, мясо, ну и все дела. Вот. И Колян, собственно, из квартиры переехал в дом. Да. И самое главное на этому всему... способствовала женщина. Женщина. Да. С которой я запекаю. Которая вот. Выселила тебя из квартиры, сказала, ты в дом, короче. Не, ну на самом деле. То есть, как самое интересное, Колян, да. Самое интересное, то, что сама женщина даже и говорит, то, что как круто, что ты пикапишь. Вот, ну, что ты пикапил. Да вообще она такая, да что ты пикапил, такая, да, ключевое слово. Пометочка, да, что ты пикапил, потому что она говорит, то, что если бы я не пикапил, то я бы не познакомился бы с ней.
А как вот. Познакомились-то, Колян? Да на самом деле все очень просто. Все началось с жопы, как мне, и кажется, обычно. История такая, да? Да-да, на самом деле все как обычно, блин, ничего такого не это. Ну, с ног началось, я просто увидел классные ножки, и все, подошел, познакомился, пообщались. В торговом центре? Да, в торговом центре. Она чё в кино говорит? Шла. Вот, а? А что говорит? Что говорила? Телефон, говорит, не дам, сучка. Почему? Телефон не дам. Почему? Я говорю, что это делал, давай телефон. ВКонтакте, говорит. Ну, представляешь, вот пришлось, вот я как бы... Вообще ни в какую не давал. Вот ни в какую не давал, такая типа, блин, там нет, короче говоря, не дам тебе телефон. И все-таки пришлось это, вот, ну, да, вроде я всегда настаиваю, когда не даю телефон, типа, да пошла ты, все, короче, нафиг. И все равно, и, ну, взял контакт, ВКонтакте написал. Как дрочер. А тут что-то Колян почувствовал, да, что надо брать контакт. Да, надо было брать. Не, ну фамилия у нее просто была. Фамилия, кстати, запомнилась. Потому что я перед этим подошел еще даже раз 10. И вот это все. Мне просто фамилия запомнилась. Хороших фамилий. Да. И все. Думаю, ну надо посмотреть, что хорошее. Ну и все. А потом из контакта? А потом из контакта что-то там видосики. Ну, как в этот... FaceTime. Мне еще просто не о том же. FaceTime. Ну вот. Через FaceTime общались, ну и все, потом свиданка. Все, секс. И не понеслась жара. Секс на первой свиданке был? Нет. Я такой, все, свиданка, нет. 50 раз встретились. Ну не, на второй свиданке. Ну не суть, да. Ну, кстати, я это, можно было прожать. Можно было на первой свиданке прожать. А до этого ты был женат, Колян, да? Да, я до этого был женат и... Можно было просто продрочиться, ну, всю жизнь, просрать. А как ты женился? Женился, потому что вот что-то познакомился, не удалось там с одной, и, в общем, решил вернуться к старой девке, с которой до этого были отношения. И это была большая ошибка. Вот. Ну, женился, где-то месяца полтора прожили, и все, развод. Опять. Через полтора месяца после свадьбы? Да, представляешь. Колян стоил бабки тратить. Да. Как-то, да, а вы до этого не жили вместе? Не, ну мы жили, у нас все вот как кошка-собака. А что после... А, так и все равно решили жениться? Все равно, да. Но это я, потому что, понимаешь, мне показалось то, что я себя наебал там. Я такой, типа, да, в общем, наверное, я просто это потому, что дальше не увожу отношения, надо жениться. Ну, так себя наебал. Вот мозг только такая штука, да, наебывает так себя. А почему, ну, то есть ты предложил развестись? Ну, как-то это обоюдно произошло, потому что, ну, там уже, ну, не, ну, просто какие-то говнястые отношения, ну, смысла там не было такой сохранять. Оно сразу было понятно, ну, и все, разошлись, слава богу. Детей не было, и вот и замечательно все разошлись. Кстати, у нее тоже сейчас нормально все, и, ну, как по, там, смотришь, ну, в принципе, девка, в принципе, нормально живет. Вот, и у меня, слава богу, очень все хорошо, и, блядь, не дай бог к этому, там... Если я просто даже не представляю, если бы я остался бы там, вот в этом дрочерстве. Ну, это все, это просранная жизнь. Это просто вот, ну, просранная жизнь старцева Николая. Ну, такое бывает, да. Так несчастные же. Дети, знаешь, брошенные там, или там проебанные хаты. Вот многие, да, не задумываются об этом, да, типа пикап там телку потрахать. А так посмотри, да, вот так истории, сколько там, проебанные хаты, машины там, бизнесы поделенные, да, то есть всякие там дети несчастные, самое главное, да. Что несчастные которые все вокруг, живут в этом, блядь. Всем, потом разводятся без отца, там, не да. Знаю, и так далее. Это же жопа. Жопа. Так что, Колян, надо как-то зафиналить, пригласить всех на тренинг с 13 по 16 июня. С 13 по 16 июня, да? Да. Тренинг-практика в Москве. Да, не проебывайте жизнь, пацаны. Реально, это так. Сходите, прокачайтесь, чтобы это было на раз-два ознакомиться. А ты, Колян, у меня тренинг проходил, да? Да, я у тебя проходил тренинг не раз, кстати. Не, ну а когда мы познакомились в Тольятти, там же как было? Ну я онлайн сначала прошел. Короче, и что-то как-то мы списались. Степа списался там с тобой. Как-то случайно. Да, случайно вообще. Ну, что-то ты там... А ты случайно приехал к психологине. Да, случайно был у Аллы психологини. Да. И мы что-то там сидели, похавали где-то там. Вот, и потом... Вы мне подарили нож. А, он до сих пор со мной. Да. Нож. Ну, кстати, у меня такой же нож. Да, Коляныч. А где его надо показать? Вот. Супер нож. Крыса. Легендарная. Крыса называется? Да, крыса. Легендарная крыса. Ну и все, как-то прошел. Потом я еще на Москву, помнишь, приезжал. Ну, такой же. Онлайна не хватило. Потом группу проходил. Ну и так потом немного еще
посмотрел со стороны. Ну, в общем, блин, прокачаться надо в любом случае. Это, пожалуй, с того, с чего надо начинать вообще любые тренинги надо начинать. Чтобы стать таким же крутым бородатым мужиком. Да ладно. А сейчас, Колян, вы уже сколько давно с ней встречаетесь? Ну да, ну у нас свадьба. Вот 2-3, наверное. Все, уже детей, и все будет запечатано четко. Укомплектовано. Укомплектовано. Вот такие, ребят, дела. Вот так красиво и тихо на Волге. Вот. Вот такие у меня волшебные тапки. Штаны у тебя прикольные. Штаны я показывать не буду. Все, ребят, в общем, приходите на тренинг. Себя вообще что-то... Не, надо себя показать, ребят. Здрасте. Как там, меня видно, Колян? Да, давайте посмотрим. Не-не-не, это штаны покажешь, не дай бог. Парни, приходите на тренинг с 13 по 16 июня. Тренинг практика в Москве. Ссылка под видео, записывайтесь. Все, Колян, давай помашем ручки. Пока, удачи. Пока. Девушки, мне ответили за экономию. Давай еще раз тогда, что еще? Как ваши жены и девушки относятся к тому, что вы, ну... Вы как бы мне рассказываете, что... Юрина относится хорошо. Да, я просто ему только что объяснял, он ничего не слышал, я ничего не рассказывал. Пикап – это не только поебаться с телочкой, ну, у нас так, во всяком случае. Я понял, в смысле, они в курсе, что вы можете кого-то снять? То есть они находятся в тоне, носят от этого, или вы говорите, что они ни хера, блядь, налево, Вова, не только что. Не, давай я скажу интересный вопрос. То есть как бы нам с Юрой в этом плане повезло. Но опять же, как повезло? То есть повезло, что у нас адекватные женщины, поскольку ну, в какой-то степени, да? Да, это не повезло, это вы таких нашли. Да, но второй момент, что в принципе, я считаю, мы бы, ну, учитывая то, что у нас есть какой-то бэкграунд, типа опыта и там какое-то большое количество там женщин и опыта, мы бы, наверное, на других не согласились, для чего в том числе вам этот пикап нужен, да, чтобы вы потом не соглашались хуй пойми на что, а такие думали, блин, мне это не нравится, я не хочу так, то есть, вот, я хочу вот так, и искали себе то, как вы хотите, вы найдете, кто ищет, тот найдет. Вот это, кстати, очень важный момент, я более чем уверен, что, ну, я выбирал ту женщину, которая мне нужна, да, когда я уже смог получить здесь такую возможность, что я смог выбирать. Многие из вас вообще, я думаю, что 99%, да чего уж тут все 100, никто ничего не выбирает, затем сюда вы и пришли. Вот. Во-первых, я выбрал, и тот момент, когда я проходил свою практику личную, то есть у меня появилось как бы много опыта, и, ну, дай бог, чуть-чуть ума появилось. И я уже стал немножко мыслить по-другому, рассуждать, и моя женщина, когда она со мной начала общаться, она увидела, что я более-менее там, ну, адекватный, что со мной можно строить семью и все такое, поэтому она во мне уверена, что я, ну, уехав сюда, там, ну, как бы, ее не подведу. Ну, это так. Его история, да, то есть смотри, то есть тут про адекватность женщин, про то, что, ну, мы сумели так выстроить отношения, с другой стороны, чтобы ты понимал, там все равно не все вот так вот, что типа это... Так, жена, я уехал, вернусь через месяц. Куда, когда, что, да? Ну, то есть там не так. Все равно придется где-то, наверное, ну, если это здоровые отношения, а не где чувак тиран, а тёлка там такая больная, созависимая от него там, то все равно где-то придется идти на уступки. Ну, как бы тут уже ты сам определяешь, где эти границы этих уступок, понимаешь? Вот. И у меня, я как бы как раз хочу про мозг сказать, я знаю, что она задрачивается. Но она, как бы, она из-за этого мне мозг не делает. То есть она переживает, она знает, ну, как бы, о моем опыте, то есть все, там, сколько у меня было телок, все вот это, бла-бла-бла. Она иногда шутит, я не верю, но ей, наверное, так прикольно шутить, просто так себя успокаивает. Вот. И тут, ну, я уверен, ну, я знаю, я вижу, что она переживает. Но там еще вопрос ее личной собственной уверенности в себе. То есть она такая, у меня очень скромная эта девочка, да, из простой семьи там и так далее. Но... При этом она, то есть, как сказать, вот на одной чаше весов, что ей не нравится, чем я занимаюсь, на другой чаше весов, как личность, как, ну, как тот человек, который ей понравился, и то есть она понимает, что, ну, наверное, я с этим тогда буду мириться. Когда я говорю Карина, я заебался, короче, этим заниматься, ну, и у меня есть какие-то проекты, которые сейчас пытаюсь развить. Скорее бы уже это все развилось, если развилось бы вообще. И оставить вас. Да. Она говорит, да, тебе пора, наверное, завязывать. Я говорю, ладно, блядь, я знаю, почему ты это говоришь. Но только в те моменты. А нет такого, что она вот опять там, чувак, во-первых, я деньги зарабатываю, во-вторых, я уволил ее с работы. У нас с Юрой разные на этот счет мнения, и как бы, ну, мы оба имеем право на это. Он считает, что женщина там должна работать в их семье. В моей семье я считаю, что женщина не должна работать. Поэтому с чего бы ей выебываться, ну, нам в этом плане повезло, конечно. И чего я вам тоже желаю. Есть что сказать?
Ну, еще хотел. Ну, только не повезло, вы к этому пришли. Ну, я тоже знаю, я да, сейчас везет тому, кто везет. Это я как бы уже априори имею в виду. Просто еще раз повторюсь, потому что это все-таки больше, чем пикап. Когда я провожу собеседование, она все это дома слышит, я очень много общаюсь. Считайте, вот вы все, кто сейчас здесь присутствует, как минимум все прошли через меня, и еще те, кто там... сам не пошел там, и тех, кого еще, у нас есть такие, прям, кого мы еще не допустили до тренинга, благо, что там сейчас они бы сидели, начали мешать. Но у нас реально, блядь, я сзади, там несколько человек просто не допустил. Просто сообщение ВКонтакте. Твой Юра долбоёб. Это первое, чтобы вы понимали, это вообще первое сообщение от человека. То есть, не здравствуйте, не возьмите меня. Твой Юра долбоёб. Я говорю, как интересно. То есть, там разные люди. Есть реально люди такие, которых мы осознанно, хотя они говорят, вот, там, куда нести деньги. Нет, ребят, нам не надо ваших денег. Лучше как-то сами по себе, блядь. Просто, как бы, вы сейчас вроде смотрите друг на друга, должны понимать, что группа тут... более-менее там нормальная, там плюс-минус, я вас старался, там всех отбирал, таких, чтобы вы там друг другу не мешали, чтобы не было там какого-то неадеквата, который там будет сидеть и там галдеть, или там, угорать, там, да, там качать там свои права, там, ну, они, знаешь, они, бывает, что общаются по телефону, они начинают, нет, ну, это он в позитиве, чувак, вот, есть такие чуваки, он уже сразу дает понять, что он, а что это там, какие задания будут, нет, давайте, если у вас будет вот это, то я делать не буду, он уже, он приходит учиться, как бы, да, он уже говорит, я вот это не буду делать, я говорю, тогда я тебе не даю гарантию за результат, что я тебя обучу, и ты выйдешь, то есть, у нас есть некая система упражнений, которая дает гарантированный результат, если вы ее не делаете, вы не получите. Ну, как бы, если ты сразу идешь сопротивляться, зачем мне с тобой мучиться в тренинге, у меня помимо тебя еще вот сколько людей, как бы, я, как бы, конечно, могу там орать, но у меня тоже глотка, там, блядь, не луженая, то есть надо, чтобы ее, ну, беречь. И такие люди просто не доходят до тренинга. И когда, еще раз повторюсь, что я общаюсь, это все дома происходит, вот эта вся кухня, у меня жена все слышит, и там далеко, ну, люди звонят, когда там, ну, вообще просто кто-то, чтобы позвонил, сказал, я что-то, блядь, у меня до хера денег, я хочу трахаться, таких нет, парни, блядь, таких нет, ребят все звонят и говорят о том, не ссыте, что... Не ссыте, я вам не буду. Я не могу подойти, у меня трясутся ноги, у меня трясется жопа, я там 10 лет никуда не ходил, ну, особо какие-то бравые там еще говорят, что... Да, мы подходим, я вот подхожу, да у меня все нормально, мне надо что-то вот только здесь подкорректировать, тут подкорректировать, начинаю спрашивать, там, сколько раз подходил, там, блядь, ну, там, что, 3 раза подошел, там. Ну, просто он как бы видит со стороны на экране, да, что это как бы вроде просто, там, шамшурин, ничего, там, никакую, там, блядь, вот, шляпу не надевает, себя волшебную, да, просто какой-нибудь обычный, на там, кране, да, чувак. И делает какие-то простые вещи, подходит, там, привет, классно выглядишь, вроде какой-то незатейливый разговор, никаких... Магических слов нету, достаточно простое общение. Каждый верит, что он так может до сих пор. Ну вот, почему-то только не у всех получается. И еще раз говорю, вопрос в том, что там просто там снимая трубку, говорят, так, сколько потрахаться надо? А, 6 раз? Все, приходи, записывайся, тренинг с такого-то по такое-то. Я с каждым из вас, если вы помните, вел там, ну, более-менее, чем там, ну, разъяснительную беседу, спрашивал, как у вас там, как вы там делаете, не делаете, справляетесь, что там с женщинами. Каждому был задан там определенный ряд вопросов. Из-за этого мы уже там приглашали вас на тренинг, либо не приглашали. Так что... И по поводу вот того, что... Ну, типа, пикап — это такой срез, да, то есть как вы здесь вообще даже не с тёлками общаетесь, как вы на тренинге себя проявляете, это вот такой же срез того, как вы в жизни себя проявляете в более-менее критических ситуациях. Кто-то там сидит сзади, блядь, кто-то там молчит, кто-то съебывается за колонну, ну, то есть фактически это аналог того, как вот вы решаете какие-то свои проблемы, как вы в жизни куда-то идете. Поэтому просто, ну, для меня это, как бы, тёлки — это прикольный инструмент и отличный бонус. Бонус, потому что, ну, как бы, да, клёво, ну, вы получаете навык, который там недоступен, но, опять же, его очень сложно в себя запихнуть, и вы его даже запихнули, а он первое время норовит там через какие-нибудь ваши отверстия, блядь, обратно выскочить, то есть его надо реально прям куда, короче, давай, и это надо делать через практику, то есть вы получаете супер навык какой-то просто, ну, как, я не знаю, как, блядь, видение в темноте, но я не знаю, с чем это сравнить, как чтение мыслей. Второй момент, что вот эта штука, она очень хорошо мотивирует вообще развиваться, что-то делать, потому что, как бы, ну, нет ничего такого прям более болючего, чем, блядь, не знаю, чем отказ женщины, которая тебе нравится. То есть это прям потому, что оно дает сразу эффект, сука, боли, блядь. То есть ты живешь, не знаю, в бедности 20 лет, и ты уже к этому привык, короче, и типа, ну, блядь, я так живу каждый день. Да, вроде мне неприятно, мне больно,
мне там стрёмно, но при этом вы каждый день живете, поэтому плюс-минус это для вас нормальность такая, ну, типичная ситуация. А тут прям вот такая встряска, вы подходите, там, а, привет, как пошел нахуй? И вам становится так больно, да, ну или там грустно, или что-то. И вот с этой болью люди все по-разному поступают. Кто-то, короче, замыкается, все, я больше не пойду, я лучше, блядь. Юрий, да ты симпатичный. Ну, короче, а кто-то начинает говорить, не, мне так не нравится, блядь, я хочу что-то с этим сделать. И вы становитесь какими-то другими людьми для себя. Если ты еще не записался на наш уникальный в своем роде тренинг-практика, то у тебя сейчас еще есть такая возможность. С 13 по 16 июня Москва. 20 человек, которые уже активно бронируют себе места, и дело только за тобой. Три лучших тренера по пикапу, я и мои помощники. Мы будем вместе с тобой делать эти практические задания, упражнения, вместе с тобой выходить в поля, давать тебе грамотную обратную связь. Такого ты еще никогда и нигде не видел и не увидишь. Поэтому я предлагаю тебе 3,5 дня провести лучшим для себя образом с 13 по 16 июня. Ссылка под видео, записывайся, увидимся на тренинге. Пока!